Всем привет, с вами мистер Вселенной Алексей Нетесанов. И мы продолжаем показывать случаи, когда человек изменил свою жизнь, изменил свое тело, изменил подход к своей жизни. Ну, причем мы всегда показываем взрослых людей, но сегодня у нас особый случай. Ваня Пименов. Вань, поздоровайся со зрителями. Несмотря на свой возраст, 17 лет, он очень мудрый человек. Когда привели его в зал, он был полным. Сейчас ему, конечно, вспоминать об этом может быть неприятно, но был вот достаточно полным. И от ребят очень здорово, от своих сверстников, ну, отставал. Он тянулся за ними, старался, видно было, что очень старается. И спустя какое-то время, ну, год, наверное, да, прошел? Полгода. Полгода. Мы похудели с ним на 40 килограмм. Человек полностью изменился. Веса на снарядах увеличились, выносливость в разы увеличилась. Он уже обгоняет своих сверстников, с кем занимался. Вот. Приходит, когда даже не хватает времени, приходит отдельно от них, занимается сам. Но главное, что вот он упертый, главное, что у него голова на месте, мозги на месте. Главное, что ему это нравится. Если бы сейчас перед нами стоял полугодовой назад Ваня, вы бы, конечно, его не узнали. Но 40 килограмм, представляете? Ваня, конечно, занимается с тренером, со мной, но за полгода он все эти упражнения знает, он их уяснил. И когда приходит без меня, он уже знает, что ему делать, и делает эти упражнения. Поэтому сегодня мы отдадим ему микрофон, и он вам покажет свою тренировочную программу. Поехали! Сейчас мы будем делать жим лежа. Пустой гриф 20 килограммов, 4 подхода по 20 повторений. Обычно я беру вес 50-60 килограммов, но сегодня сделаем исключение, чтобы показать, как правильно делать его. Очень важно, чтобы глаза находились параллельно грифу и руки были равно удалены от его центра. Для этого есть специальные полоски по краям. Кладете руку приблизительно так, чтобы безымянный палец был на ней. Отрывайте и начинайте опускать. 4 подхода по 20 повторений. Упражнение нужно делать в полную амплитуду, то есть опускать гриф ровно до груди и поднимать его полностью, раскрывая локти. Следующее упражнение для мышц спины. Это подтягивание. Будем делать широким хватом 4 подхода по 20 повторений. Многие люди, когда подтягиваются, стараются дотянуться подбородком до турника, что ошибочно. Это никак не влияет на ваш результат. Намного эффективнее будет стараться подтягиваться, при этом стараясь выкатить грудную клетку вперед и дотянуться ею до того же турника. То есть не задирать подбородок вот так, как это делают, а наоборот, оставить голову в покое и пытаться дотянуться грудью до верхушки. После каждого второго упражнения я иду сюда, на коврике, и делаю пресс. В моем случае это 200 сжиганий и 200 подъемов ног лежа.
Следующее упражнение – это разводка на плечи и бицепс с гантелями. Обычно я беру вес 10 или 12 килограмм, но для того, чтобы показать вам технику выполнения, я возьму 6. А сейчас мы будем делать приседания для кого-то любимые, но точно не для меня. Стараемся делать в общем 100 повторений. А дальше делаем блоки на трицепс. Ставим 3 плитки. Я обычно всегда ставлю 5, то есть 50 килограммов. Но сегодня мы опять же не красуемся результатами, а стараемся показать правильную технику выполнения. И выполняем 4 подхода по 20 повторений. Ну а после этого упражнения снова идем на пресс в третий раз. Надеюсь, программа Вани вам очень понравилась, и его сверстники, мальчишки 16-17 лет, ну, которые имеют лишний вес, пусть приходят в зал или начинают заниматься дома. Видите, все реально. Приходите. А пока, пока. Yeah.